Привет, дружище. Ну что, у нас выходит тунец. Так, все помним, рубрика с нуля, без доната, бла-бла-бла. Ставим лайки, это всем уже давно известно. Больше лайков, больше видосов про тунца. Есть плейлист, там, где этот тунец вообще развивается с нуля. И огромнейшее вам спасибо за вашу поддержку в предыдущих видосах и за лайки. Сегодня у меня новость по тунцу. Сегодня мы пойдем ушатываться, ломаться там в одной из локаций. У нас все-таки, вам скажу, уже тунец такой, ну, совсем уже не сопляк, это серьезный парень. Да, он еще молодой, ему, знаешь, лет 18. Вот, пошел, короче, на дискотеку в сельском, скажем так, кинотеатре, вот, который уже кинотеатром не работает 10 лет. И как бы... Он еще пиздюк, но уже как бы в себя поверил, да, и уже готов там подраться с местной шпаной. Вот так вот я характеризую нашего тунца. Охарактеризуйте свой аккаунт в комментариях под этим видео. Ладно, короче, начнем сразу с новости. Очередной на халяву бесплатный герой для тунца. Редкий, новый. Но я не скажу, что он охуенный, друзья. Ну, не скажу. Но, тем не менее, сам факт того, что на тунце я выбил с бесплатки Трифида, это уже многого стоит. Я надеюсь, при монтаже я не забуду всунуть вам скрин, ребятушки. Вот бесплатно тыкнул и выбил Трифида. Что я с ним делать буду? Я не собирался в ближайшее время на тунце мариновать овощи, закатывать банки с соленьями. Ну, будет, да, лишний герой, ну окей, прокачаем как допа, когда этот герой на тунце прокачается на какой-то адекватный уровень. Честно скажу, ребят, не знаю, потому что куча героев, которых нужно прокачивать, но мы их не прокачиваем, потому что пытаемся до конца добить Анубиса. Ну, чем мы сегодня тоже, на самом деле, друзья, займемся. Но перед этим всем нам нужно взять и открыть, короче... непосредственно господина Трифида. Это значит, что сейчас Купидона сольем в Анубиса. Что я хочу, чтобы мой Анубис был десяткой, да. Я хочу, чтобы у него было десятое умение. О-о-о. Так, Купидон, спасибо за работу. Спасибо за наше благотворное сотрудничество. Я оказал величайшую помощь, пока сидел в виде допа в алтаре. А, Трифид, камцуме. А, блядь! А. Фух, короче, ладно. На паладина хер. Как я тыркнул на паладина? Если честно, я вообще не знаю. Но я так пересрал, как будто я не знаю. Как будто я Трифида продал, я не знаю. Ну, вот, ну отложил. Ну, не сдержался, пацаны. Вот, из-за шумового гейта, скажем так, вы это не услышите. Но вот не сдержался, жестко. Что-то, понимаете, ночью видосы лучше не записывать, потому что такое может приключиться. Вот, блин, такое может случиться, ребят. Вы не поверите. Да, выпало на нем сразу... пятая коррозия. Ну, давай чуть-чуть для силушки его шмальнем. Ну, чтобы он вообще со сосуночком-то у нас не был. Ну, хотя он, конечно, останется в допах, как сосуночек. Но что ты тут поделаешь? Ну, вот что ж ты как-то... давай. Там, я не знаю, блядь, вот так вот давай. Усовершенствовали. Чё по умению? Чё по навыку там? Ну, давай вот так вот. Окей. Блядь, слюни потекли. Не могу сдержаться. Так, от этого избавляемся. Заходим мы. Сундук гильдии. Сундук лавы, да? Оп. Открываем. Ла-ла-ла-ла. Давай это тоже открываем. Что у нас тут? Вот это, конечно же, мы тоже открываем. Куда уж, друзья, без этого? Куда уж
друзья, без этого. Так, остальное мы не открываем. Так, КГшечки в путь. КГшечки в путь. Это все нам надо. Так, 5600. Мало, мало. Нам не хватит. 540 самов тоже мало. Как мы вообще живем? Как мы вообще живем, друзья? Ай, да! 200 тысяч на тунце, ребята. Вы уже, конечно, давно это заметили на стримах, но вы можете меня поздравить. Я горд. Я горд за тунца. 200 тысяч — это не предел. Если тут конкретно заняться прокачкой силы, то будет вообще все очень весело. Так. Что у нас? 32 тысячи КГшки. Ну давай. Ну давай. Нам, конечно, все равно на десятку не хватит, но... Но мы будем двигаться. Мы будем двигаться к успеху. Мы будем двигаться к успеху. Так. Вот так вот. Оп. Ну смотри. Вообще чуть-чуть осталось. Ну чуть-чуть осталось. И будут огромнейшие после этого изменения на аккаунте. Ладно, что у нас получается? В какую локацию мы пойдем сейчас торшовать? Можно было бы, конечно, пойти в седьмую кошмарку, но я пока что не вижу смысла, потому что, ну, даже если я пройду одну, вторую, третью, потрачу нервы, самоцветы, попытки, знаешь, все равно ее полностью пока что пройти не смогу. Вот, и потому мы пойдем в древние испытания. А в древних испытаниях мы, друзья, уже не были очень давно. Во-первых, хотелось бы посмотреть, что у нас там по смотрителям. Я ленивый. Скажем так. Да, видишь? У меня нормально так накоплено этих камушков, но с орденами проблема. Надо бы экспедицию фармить, но я ленюсь. Хотя сейчас уже экспедицию на Тунце будет достаточно легко фармить. Вот. Так, ордена спасают только славы. Но, в принципе, скоро эти камушки-то накопленные закончатся, да, можно будет и не париться по поводу орденов, потому я сейчас и не парюсь. В любом случае, смысл ускорять тот момент, когда у тебя закончатся камни, а ордена будут копиться. Ну, пускай вот так вот по чуть-чуть прокачиваю. Ни тепло, ни холодно. Просто сейчас мы уже можем пойти так полноценно в древние испытания. Потому что, смотри, у нас 9 героев со второй эволюции, как бы прокачанных, можно сказать, почти на максимум. И у тыквы у нас теперь берсеркер, да, 8-й. Так что давай, руки в ноги взяли, попробуем сейчас что-то пройти. Давно там не были. Вы не можете идти с пустой командой. Ну вот, собираем самых сильных. Не паримся. Не ломаем голову. Да, тут бы Бигфут не помешал, который не прокачан. А! Так, давай. Да и Трифит бы не помешал бы. Но здесь, в принципе, должно быть легко. Давай выпустимся с Анубиса и полетели. Я думаю, что мы должны это как-то налегке попробовать взять. Хотя хер там, смотрите, как выносит. Тыкву шатали. Ну, смотри, тыква у меня без оживления. Без оживления. А вот, но... Рунами стоит пятое исцеление. Я надеюсь, это каким-то образом помогает. Но сейчас нам не особо помогло. Слушай, может я здесь и заснул. Вот сейчас, знаешь, вот с такими вот результатами. Ну, это на стриме, наверное, надо проходить. Это, наверное, на стриме надо, а не на видосе проходить. Давай! Просто just for fun. Здесь, по идее, бы Атлантикором хорошо было бы убить, скажем так, Некроса, да? Вот. Я ленивый, я вот хочу, понимаешь, если там на основном аккаунте я там запаривался, да, героев подбирал и так далее, то здесь я хочу вот выпустил и прошел. Но видишь, к сожалению, не проходится, понимаешь, к сожалению, не проходится, и меня это на самом деле не радует, и я понимаю, что, скажем так, надо это... Или уже смотреть как-то по тактике проходить, да? Ну, по крайней мере, ну, Некроса здесь надо убрать, да? Чтобы он тут минуснулся об отражении какого-нибудь Атлантикора. То есть Атлантикора качнуть. Да, ну, смотри, Некроса сейчас убили, в принципе, и шансы появились. Единственное, что у нас тыква отминусовалась, это достаточно плохо. А нет, смотри, сейчас пройдем. Надеюсь, да? Вот просто, да, можно сказать, ковыряясь в носу, выпустил героев и прошел. Да, все-таки потихонечку аккаунт качается, да, и потом уже те, ну, скажем так, уровни локаций, в которых у тебя были очевидные проблемы, ну, по крайней мере, они у меня были, потом они уже даются намного легче.
Слушай, ну и здесь некроз, наверное, самый опасный. Давай с него и начнем, попробуем его ушатать. Но тут по-хорошему на изи, ребят, если вы уже будете проходить, прокачайте как-то Атлантикора, не будьте такими ленивыми, как я. Вот, тем более это ваш основной аккаунт. Возьмите, там Атлантикора выпустили, херак-херак, да, и все, и никаких некросов нету. Атлантикор в древних испытаниях, скажу вам, достаточно важный. Достаточно важный герой. Единственное, конечно, ему нужна пятая ремка, ожива. И да. Ну, смотри, нам еще одна далась. И это неплохо. Сейчас 200 кулаков поднимем. И 40 самоцветов. Ну, тут, смотри, уже зеленая фракция. Это опасно. Но каких-то супер имп я здесь не вижу. Может быть, и эту на халяву сейчас пройдем. Ну, чем черт не шутит? Давай погнали. Ну, как только где-то застрянем, тогда и прекратим сегодняшний видос. А вы пока, ребятушки, лайки ставьте. По ссылочке в описании игрушечки можете качать. Установите их, меня поддержите. Буду вам весьма благодарен. Слушай, ну как? Ну как? Ну как? О! О! А я обогачусь! Да, ребята. Ну, уже как бы неплохо, неплохо. И смотрите, и ноль нервов. Вот где-то сейчас, короче... Я запарюсь, да? Не смогу пройти. И болт забью, ну, типа, ну... А, слушай, тут огнекрыл. Вот, не смогу пройти, типа, ну и все, не могу пройти, не могу. Подкачаюсь, потом пройду, понимаешь? Вот такая логика. Особенности, если ты играешь без доната. Конечно, если это твой основной аккаунт, да, ты там что-то можешь, да, ты что-то можешь поковыряться, посидеть пару часиков, это-то понятно, это только приветствуется. Но вот в плане, как у меня, типа, твинк, без доната, на что мне тут, извиняюсь, скажем, надеяться? Ждать, пока герой прокачается, и не трахать мозг. Ну, тут да, тут уже как бы налегке не пройдешь. Тут огнекрыл ждет. Ну, ладно, давай, последняя попытка. Ну, в принципе-то, герои качаются для того, чтобы потом бац, зайти там, и вот пару древних испытаний пройти, и не париться, короче. Так постепенно все и пройдется. Ладно, друзья, вот на этой грустной ноте, там, где мы очередной раз получили люлей, пару месяцев не будем заходить в эту локацию, я вам скажу огромнейшее спасибо, то, что досмотрели до конца, поставили лайк, а те, кто еще по ссылочке в описании игрули качает, чтобы моя рожа становилась жирнее, вообще вдвойне благодарен. Всем пока, друзья!